Всем привет! Продолжаем подходить к игру Resident Evil Biohazard. Я здесь вот открыл деревянной статуэткой дверь, и надо было там орла сделать. Вот, немножко прошел вперед, вернулся и начал запись. Этот чувак прям вылез очень... Самый неподходящий момент, как говорится, выбрал. Хотел уже запись стартовать, а тут он вылазит. Ну, собственно, вы все сами видели. Тут я прям совсем немножко побегал. Так, удивлялся, что тут очень цивильно. В целом. Ну, по сравнению с теми, с прошлыми комнатами. Так, все довольно-таки прибрано. Чистые полы. Не-не, цивильно, хорошо. Тут кресло надо бы обновить, особенно диван. Вот он, да, вот диван, конечно, тут вообще заляпан. Холодильнички так все более-менее. О, вот этого я не видел. Ха, прикольно. Вот этот тоже пропустил. Пистолетные патроны здесь, оказывается, очень нужны. Дальше. Вот ящик закрытый. Здесь червяки. Даже никак их не вывалить. А-а. Я подумал, на рыбалку готовят. Это все те, кто пропал без вести. Ах, да, вот еще мой персонаж, что он оказывается не толстопузик, как я считал раньше. За счет его тормознутости, медлительности. Нет, он стройняш. Ну, узкая талия, блин, широкие плечи, блин. Но медленные все равно, как хрен знает кто. Черепаха просто. Вот тут был первый моб. Такой. Не знаю даже, как его описать-то, блин. Короче, весь в грязи. И с пастью, как у крокодила. Ну. Не знаю, бегемота, блин. Клыкастая. Типа как этот. Блин, Веном, по-моему, да, Человека-паука. Вот что-то типа такого. Хотя я его посчитал лысым почему-то. Ну, из фильма в 90-х. Фильм ужасов. Назывался «Восставшие», или «Восстание живых мертвецов», по-моему, или «Ночь живых мертвецов». Там он в бочке сидел, они его освободили, он потом в подвале терроризировал панков. Я помню, панк к нему вниз спустился, блин. А, это лысый! И он его замандрючил. Прикольный фильмец. Здесь не открывается. Нужна отмычка. Там еще потом радиоактивный дождь пошел. Он такой, не радиоактивный, зараженный. Парил кладбище. Там начали потом трупаки оживать и поедать мозги живых людей. У этого фильма, по-моему, даже то ли две, или три части. По-моему, три части даже выходило. Вот примерно здесь я остановился. Там вот дальше крематория будет. А, да. Вот. Надо беречь патроны. Вот. Они что умеют? Они умеют закрываться рукой от выстрелов. Ну, голову закрывают. И вы попадаете в руку и считаете, теряете патрон. Можно, конечно, руку отстрелить, но в этом смысла нету. Не-не-не-не, мне надо... Подождите, да. Вот сюда, по-моему. А, нет-нет-нет, вот здесь вообще засада. Там их дохрена и больше. Не, вот да, вот сюда вот надо, да. Крематория. Тут, по-моему, ничего не было. Здесь записка. Лукас, я поймал парня, который все пытался сбежать. Запер его в левой печи для кремации. Так что теперь ему не выбраться. Вытащи его, как будет готов. Ты ведь знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто запомни. 3А и отпечаток руки. А с девкой делай, что хочешь.
собственно, вот эта вот печка не отлывается, заперты. Ты откуда вывалился? Что-то такого не припомню. Вот видите, он закрылся. Блин, я реально не помню этого чувака. Чтоб он тут вот так вот выпрыгивал. Ну ладно. Порох. Надо еще скрафтить патронов. Короче, вот здесь вот лежит Тамара. Лежала, наверное, когда-то. Три буквы А у нее в имени. Дальше рука. Вот зомбарь. Так называемый обращенный. Вот он, кстати, прокачанный. Я его тут с ножа убил, чтобы ачивку получить. Называется, выбрал самого дохренького. Эх. Да блин, жалко, жалко патрона. Какая мерзость. На трианта похож. С плотью. Это такое дерево и плоть, короче, все вперемешку. Так, вот, вот там вот, блин, жестко будет. Я вот сюда еще не ходил. Блин, рука как у Франкенштейна. Надо очень внимательно все обшаривать, потому что это важно. Вы отпирали это. Интересно бы узнать, каким образом они обращают людей, вот в эти существа. Вообще-то похоже вот на корни, обритые нефтью. Или грязи. Так это я с самого начала прибежал. Получается, только туда идти. Вот сюда. Не, ну теперь-то патронов точно хватит. Я так думаю. Вот надо сразу стрелять, потому что там сзади еще один такой же. Откуда тут вылазит, не знаю откуда. Странно, нету. Не пойму, я то ли в голову не попадаю, то ли он тоже такой бронированный. Скорее всего, просто не попадал. Тут еще двое, по-моему, или трое. Трое, по-моему, да. Я тут с ножа пытался заколбасить. Только ловкости не хватило. Вот откуда? Блин. Как будто не скриптованные, а как захотят, так появляются в любой момент рандомный. Ни при чем такое ощущение, что у них разное количество жизни, у каждого свое. Кто-то с трех выстрелов умирает, кто-то, блин, с восьми. Генераторная, походу. Но тут я не был. Опа, еще один. Офигеть, тут это складилось просто целая куча. Все три патрона мимо.
Атаковать. Атакуй. Сдохни или умри, блин. Давай, добивай, добивай. Ну что ты делаешь-то? А, я предлагаю вот что сделать. Тактическое отступление. А, хрен там. Ну тогда подхилимся. Они даже так умеют. Это он что, притворился мертвым или просто пропал? Блядь, мракобесие какое. А, они типа телепортнулись, что ли, обратно? Автонов ноль. Это что я взял? Походу для дробовика патроны. Ну не знаю, мне кажется, он один остался, его можно попробовать убить. Атака, бараки. Блин. Ребята, ну вас очень много. Фиги, силы не умирают. Убили, да? А, нет, поварил просто. Аптечки нету. Скрафтить не могу. Очень плохие дела. Как это самое, заюзать-то эту фигню? Объединить, использовать. Давай еще одну схаваем. О, ключ с лапионом нашел. Отмычку нашел. Ценная фотография, камин. Вылечиться до фул. Но это так понял, тут ключ змеи нужен какой-то. Мне порох нужен, по ходу дела. А, да мне и эпоксидка, и порох нужны. Блин, жуткая нехватка боеприпасов. Ну уж извиняй, друг. Вот здесь можно оббежать. А это что? Карта зоны обработки. Еще один вылупился. Блин, я потерялся в этих туннелях нафиг. В лабиринтах. Ну, тут ничего нету. Угу.
Хочу ящик тут скрыть на столе, который стоял. Или вот эту скрыть лучше. Блин, даже не знаю. Мне кажется, лучше тот ящик. Он как-то посолиднее выглядел. А, или даже вот сюда. Может, боеприпасов дадут? А, не, это шорткат. Срезка. Вот здесь он стоял. Вот он. Ну это не то, блин. Вообще не то, что надо. Вот, кстати, вот здесь я не посмотрел фотографии. А ее нельзя, да, никак посмотреть? Ну, отдыхающие, муж и жена. Муж это успех, он 12-й по счету. Три студентки протухли. Придурок Лукас все испоганил. И бездомные. Обращение заняло 3 дня. Он 13-й по счету. Что-то сверкает, блин. В окне. Ну, придется так подрываться по ходу дела. Подождите, где-то я видел камин. Он прямо где-то недалеко он был. А, так вот он. Может быть, тут нычка? Если вот смотреть на фотографии. Нет, другой камин, значит. Может, тот в общей комнате, который... Если там того мужика с лопатой не будет. Вот здесь сейчас аккуратненько. Он тут где-то шарится, ходит. Где тут камин был? Или его тут не было? Вот тут был. Вот дробовичок бы взять, блин. Ну как там, чем заменить это? Нечем заменить, к сожалению. Интересно, на этот этаж вообще поднимался? А, да-да-да, поднимался. Да, за дробовиком бы я там навел бы шороху. Валим. Ну все, главный герой, собери свою волю в кулак, покажи свое, так сказать, мастерство у воротов. И вперед. Как говорится, была не была. Блин, туп, ох-охо. Только не слаженно работают. А, тут еще и дверь заперта. Ништяк. Может, надо его отключить, этот генератор как-нибудь. Но я не вижу. Ничего нету, ни кнопки, нифига. Сильный эпоксид нашел. А что вообще в этой комнате, блин, не пойму. Кроме упырей. Не, не могу ничего скрафтить.
Не знаю, не хочу их ножом ковырять. Мне кажется, это не тот случай. Где-то еще была дверь со скорпионом. Или камин поискать. Но там нифига нету. Что там было? Там только дверь была запертая. Все. Конечно, может что-то сник дропнуться. У меня карта есть. Прачечная. Доллар нарисован. А как там этаж поменять? А вот. Комната бабушки. Так, змея. Во, скорпион, комната бабушки. Надо к бабуле идти. Все, я понял, второй этаж. Я все правильно пошел. Я не знаю, может не стоит, конечно, так вот прям бегом бегать. Бегом бегать не стоит, может быть. Здесь бабуля. Ебать, бабуля! Ни хера себе ты меня подловил! Блин, сейчас напугал реально, тип. Во, бабуля. Скрывай калитку. Вот тормоз, перестройка. Ты чё ты тычешь? Хм. А тут чё? Нифига ничего. Нет, там не варик. Очень быстро идет. Блин, я тут давно не бегал. Я даже не знаю, куда бежать тут. А тут что, тупик, что ли? Don't worry, I'm still here. Вот это он, короче, блин, вообще тип непредсказуемый. Ты просто мистер непредсказуемость. It's over, boy. Давай, 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 ползи скорей. Подох надо. Зараза. О. Чё, хотел сказать, повреждение получил? Вон меня загнал. Грёбаный маньяк. Ну чё, успеет он подняться? Блин, всё-таки дал мне пендаря. Всё, бежим, я думаю, вот так. Главное, не умри! У меня по хребтине прям. Ну ладно, я, по крайней мере, знаю, куда бежать. Жестко с ним, конечно.
Не, ну он там встретил прям капитально. Что это за место? Угу. О, у меня отмычка осталась. Ну ладно, я ее попридержу. Интересно, он заскриптованный в том месте появляться после вон той двери. Он там ходит. Слышно, что ходит. Нет. Слава тебе, Господи. Ну, возможно, он где-то здесь шарится. Все, идем. Закрывай калитку! Ну так нельзя через текстуры ходить. Ну ты что ж ты творишь-то, блин? Походу зря я все это того слопал. Ну да ладно. Уху-ху-ху-ху. Да, мужик, ты меня прям запарил там. Так, стоп, где-то тут был шкафчик, вот этот ящик, я все понял, там для дробовика только. Но не здесь, где-то дальше. Вот здесь, может? Угу. Вот он. Дайте что-нибудь ценное, пожалуйста. Трава. Сохраниться, что ли? Могу аптечку скрафтить. Вообще у меня сейчас три варианта действий.
Холи, блин, надо скорее по лестнице подниматься наверх. А чё он? Пиги-пиги, все и свалил? Где? Наверху. Куда он исчезает, непонятно. Все, испарился. Что за мистификатор? Бабульку охраняет. Все равно шаркает. Что сидя, что стоя. Может, попробовать через балкон пробраться? Офигеть! Здорово! Где? Чешет за мной. Все равно я хочу посмотреть, что в этой комнате долбанный. Сюда вообще есть смысл идти какой-нибудь? Хоть какой-нибудь. Пистолетные патроны. Спасибо, не надо мне челюсти. Тут ничего нету, этой бабки. Этот трон для дробовика. Тут ящик еще остался. Дорогая миссис Бейкер, как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на обследование. Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки. Темные места в области головы – это какие-то грибковые образования. Похоже, это какой-то вид плесени. Галлюцинации и посторонние звуки, которые вы слышите, могут быть вызваны этими образованиями. Если симптомы вызваны грибковым паразитом, следует его удалить. Пока не поздно. Не хочу вас пугать, но меня серьезно беспокоит ваше здоровье. Не медлите, приходите в больницу сразу, как тащите это письмо на следствие. Рекомендую вам пройти дополнительно обследование. Кроуфорд Лэнг, больница Далви. Вот ради чего я сюда шел. А, сломанный дробовик, да мне пофигу какой он. Кассету выкидываем. А ее нельзя. Что можно выкинуть? Вот это можно выкинуть хрень? Можно. Это место недостаточно. Подожди, что за фигня? Почему у меня патроны в быстром слоте? Я не знаю, что происходит. Я хочу его взять, я его возьму. Как же я устал гонять этих говнюков под подвору. В следующий раз, если кто-то из гостей сбежит, спрячь собачьи головы, чтобы нельзя было выбраться из дома. Так, давай прятать их в этих местах. Стоящие часы в общей комнате, книга в гостиной и секционы в подвале. Ну, теперь задача добежать до дробовика нормального. Идет. Не, он там вместе со мной зайдет в комнату.
Все, сюда он не может зайти. Угу. Сейчас для этого неподходящее время. Можете нафиг психостимулятор использовать. О, ачивку дали. Ну, прикольно. Подсвечивается. Don't worry, I'm still here. О. Уже внизу. Я думаю, только так. Ну неужели? Где-то прямо тут здесь вот, ну непонятно. Так, секционные в морге, книжка какая-то и старые часы в гостиной. В этих часах нету. Ну, теперь только туда, наверное, убивать этих зомбаков. Главное, чтобы они не бесконечные были. Все-таки правильно я потратил отмычку на тот ящик. Ну да, тут заперто. А тут заперто. Ничего нельзя нажать. Нифига.
Не. Все обшарил. Так, вообще мне надо найти собачью голову. Написали в секционной. Не, тут заперто. Какие-то нижние этажи, блин, подвалы. А может этот ящик... Ой, пакет можно сохранить? Карл, это просто эпик. Ну ладно. Как я не подобрал ключи? Ужас. Зато все зачистил, в принципе. Дверь не поддается. Очень тяжело он ее открыл. Опа, голова красной собаки. Мужик, у тебя что, персональный телепорт? О, полицейский. Это он, что ли, превращает их вот в этих самых чудиков? Блин, голову забрал. Во, ну теперь жить можно. 10 патронов. Это 5. Вообще этого деда не поймешь, что он мне руку назад приделал, теперь убить меня хочет. Потому что я не стал стряпню ту хавать. Это что за арена? Блин, надо перерывчик бы сделать, что-то я уже, по-моему, заигрался. Ну то сейчас, походу, самый экшен начнется. Ну да, мутирует, что ли. Бедный помощник шерифа. Poor guy. А у него на рации, да, что осталось? Свиная туша. Какой хряка какой. Какого-то. Она сама закрылась. Офигеть, тут двери, блин. Это что такое?
Ну, правильно, дробовик нашел, уже можно себе такое позволить. Недостаточно места. Но сейчас, походу, я и возьму, и начнется шоу. Ну ладно. Была, не была, берем. Тебе не кажется, что это ловушка? Ну как, он еще и ассасин. Сейчас прокачанный стелс у него. Как он смог подкрасться так незаметно? Теперь надо разбираться, что тут делать. Так, бензопилу вижу. Гильзы для дробовика. Или надо с ним сражаться? Да ладно, что ты пинаешь-то? Ничего ты мне не сделаешь, это бесполезно, значит. Ну, тогда, не знаю, надо, чтобы он выломал мне эту решетку. Или подожди, подожди, это же не зря сделано. Да-да-да. Мимо. Беги-беги-беги-беги. Ну, по-моему, это как мертвому припадка. Какой в этом смысл вообще пинаться? Вот это пнул, так пнул. Аптечка. Так, подняться он не может. Бензопилу он тоже взять не может. Ну я не знаю. Или может он ее взять, просто места нет, не пойму. Было. А, ему надоело, он сам пошел за бензопилой. А у него какая-то модернизированная шряпа. Ну чё? А, она его оглушает, эта хрень. Охренеть, он разошелся. Мужик разбушевался. Ты где такую модель бензопилы вычитал? В юном технике? Или сделай сам? Нихерла. Как у жука-оленя, блин. Бензопила у тебя. Да мне очень весело. Надо тут подлечиться. Блин, догнал. Может, пока он сейчас все вот эти не разрежет, не успокоится. Пинай, пинай. Все-таки получилось ему загнать. Че это с тебя за дрянь вылезла такая? Что такое? Удерживайте. Может, надо его сначала заблокировать? Хотел аптечку скрафтить, блин. Ну, мужик, а.
Так, ладно, я предлагаю продолжить убивать его в следующей серии, потому что это что-то может подзатянуться этот момент. Вот. Так что все, на сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр и всем пока.